Всем привет! Меня зовут Влада 4, Кобяков, Глент. И добро пожаловать в большая, средняя или маленькая ложка челлендж. Сегодня каждый из нас будет есть разные продукты, которые подготовил А4 Production. Там есть адекватные продукты, а есть не очень адекватные. Ну, в принципе, все как вы любите. Но кто-то этот продукт съест вот такую ложку, кто-то съест вот такую вот ложку среднюю, а кто-то вот такую вот маленькую. Вытягиваем бумажечку, и здесь написано, какой ложкой будем есть. А съедим столько, сколько поместится в нашей ложке. Вы просто зацените, какой это черпак. Вообще капец. Также, ребят, ну вы просто зацените вот на эту вот статистику. Без подписки смотрят 40%. Ну вот посмотрите, без подписки 40%. Вот вы только представьте, из 10 человек, которые смотрят это видео, четверо не подписаны. Это получается из 1 000 000... 400 тысяч смотрит без подписки? Это жесть! В общем, обращаюсь к этим 40%. Ребята, сделайте хорошее дело для меня. Спуститесь вниз и нажмите кнопочку подписаться. Вам это обязательно вернется, поверьте. Ну а 60%, которые подписаны на наш канал, ребята, вот смотрите, за то, что вы подписаны, вы получите такой офигенный подарок на Новый год, что вы просто обалдеете. Вы красавчики. Ну, а какой подарок получат 40% не подписавшихся? Не знаю, какой вы получите. Поэтому, ребята, быстрее не упускайте свой шанс получить крутой подарок на Новый год. Залетайте вниз, ищите красную кнопку подписаться и нажимайте. А пока вы ищете кнопочку подписаться, Даник, заноси первый ингредиент. Давайте сейчас узнаем, кто с какой ложечки будет есть. По традиции начну. Я ем из маленькой ложки. Опа. Средняя. Ну посмотри, она тоже такая нормальная. Как сказать, лопата, конечно, да. Копать можно. И, конечно же, кому не везет? Не везет мне. Зацените какой-то черпак. Просто щека. Я надеюсь, что первый ингредиент ужасно жесткий. И что это будет? Давай. Ну что, я, наверное, начну с первой маленькой ложечки. Ой. Это такой испорченный мед. Нет, очень сладкий. Маленькую ложку еще можно съесть. Но что ты будешь делать с большой? Опа, за сахарный диабет. Кобяков. Глент за маму, а ты за подписчиков. Мощную ложку. Давай, и погнал. Ты что, за подписчиков выливаешь? Ты что? Ты что, подожди, ты что, за подписчиков выливаешь? Забери нормально. Я не выливаю. Давай за подписчиков. Оп. О, вот это уже нормально. Вот это уже за подписчиков. Вот это, доешь. Давай. Ну как тебе, медик? Вкусно. Что, ребят, вот такой вот раунд у нас получился. Ребята, вы прекрасно знаете, как мы на ангаре в перерывах между съемками любим зарубиться в игрухи. Например, Raid Shadow Legends — наикрутейшая пошаговая RPG, сделанная по всем канонам жанра. В ней вы найдете очень обширное и активное русское комьюнити. Куча подсказок и топовыми русскими кланами, с которыми вы можете сражаться. Помимо этого, в игре можно использовать более 1 000 000 различных вариантов прокачки чемпиона. Открыть для себя кучу локаций. И, конечно же, участвовать в еженедельных событиях и турнирах, сражаться на арене, спускаться в подземелье или просто прокачивать уровень своих героев. Игра очень быстро набирает обороты, постоянно выходят обновления, поэтому у вас не будет времени скучать. И очень важный момент, игра абсолютно бесплатная. Качай игру именно по моей ссылочке, и ты получишь 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Ссылочка где? Правильно, в описании. А мы продолжаем. Ну что, продолжаем. Закидываем бумажечки наши обратно. В этот раз помешаю я. Я продолжаю, тебя оставляю. Маленькую вытянул, да. Та-да-да-да-да! Ну что, заносите ингредиент. Ой, ну давай, Данила, не подведи. Тут написано соус майонезный. Мне кажется, вот организму будет сложно проглотить, потому что эта консистенция непонятна максимально. А у него на все такое лицо, ну то есть как бы ну-ка. Непонятно. Нормально, когда этого мало. А вот как вам будет? Средняя ложка, начинаем. Слышишь, давай. Не получилось. Не так быстро. Давай потихоньку так размазывай.
Гоняй так. О, я сыр потрогал. Да нет, да нет. Сырный соус. Представь, что ты с наггетсами их ешь. Пацаны, я был близок к тому, чтобы сейчас рыгнуть так, что залило бы всю студию. У меня ж бурашки по шее, смотрите, побежали. Ну что? Фух, ну теперь самое интересненькое. Подожди, вот да, там да, что-то. Да, вот, да, вот, смотри, вот, вот, вот смотри, вот тут дырочка. Хорошо, давай, я давай. Закрою давай, сам. Давай. А, да не. Ой, начинается детский сад. Давай сразу, нормально. Давай запихивай. Да воняет, невкусно. Да закидывай. Невкусно. Просто пуська вообще. Серьезно. Я бы на такое смотреть не стал. Я съем все, что здесь есть. Фиксируем. Съем в любых количествах. Ну был рядом. Ну почти получился нормальный контент. И растягиваю удовольствие. Не испорти линзу, он сейчас рыгнет, ты что? Не подходи ко мне, уйди. Ты ждешь, когда в кровь впитается или что? Также, ребята, хочу вам кое-что предложить. Давайте, если под этим роликом будет 1 000 000 лайков, то зарплата каждого подписчика и каждого зрителя, кто смотрит это видео, будет 10 000 долларов в месяц. Пора ставить лайки, ребят. Ставьте 1 000 000 лайки. Мы уже набирали. 1 000 000 для нас это легко, поэтому давайте. Так что, ребята, задача для вас несложная и легко можно получать 10 000 долларов в месяц. Быстренько ставь лайк. Я вот поставлю сразу. Вот как выложу это видео и сразу поставлю. Я тоже. Ставьте лайки. Ё-моё! Ура! Ура! Наконец-то! Ну, я своим традициям не изменяю. Зато эту ложку можно использовать как зеркало. Будет сейчас обидно, если что-то вкусное. Даник, ну что там? Вкусное? Подожди, ты уверен? В сухом виде? Это можно вообще? Ну, оно, по идее, как шоколад. Да, вы никогда не ели сухой Несквик, что? Сладкий песок, да? Не жуется. Склеила рот. Кто-то так вообще делал когда-нибудь? Я первый раз в жизни. Я тоже сейчас первый раз был на кино. Делал? Вкусно. Тебе изо рта песок посыпался. Как у тебя дела? Да не разговаривай. Знаешь, как у меня дела? Иди сюда, иди сюда. Да садись, да садись, блин. Ты зубы свои видел? Я на отбеливание сходил. 15 тонов вниз. Нет? Сейчас будет кашлянёк. Смотрите. Смотрите, 3, 2, 1. Не хочешь кашлянуть? Класса! Покажи. Ты в меня плюнул? Нет, ты реально харкнул. Типа, ты в меня реально какао. Он в меня плюнул, и ещё и в глаза мне порошком. Класса! Блин, я, короче, когда закинул, и мне сразу сухое вот прямо в горло попало. Ну что ж, следующий раунд. Но на самом деле вкусненько. Ну не знаю, советовать ли такое людям попробовать? На свое усмотрение. Но я так больше делать не буду. А можно мне еще одну? Нет. Нет. Этот раунд был сладким. Так. Там на дне что-то завалялось? Наверное, маленькое. Я не спешу никогда, я не лезу первым, чтобы сейчас достать маленькую. Ну я себе не изменяю, ребят. Я вот просто все постепенно, аккуратно. Ну что там, что там, что там? Даник, давай! Ура! Нет! Это сливки! А прикиньте, они скисшие купили. Тогда попробуй первый. А я и не против. Ребят, это очень вкусно пахнет. Не скисшие. Давай я тебе. Пшикну. Нет, ты пшикни себе. Я тебя пшикну. Нет, ты пшикни себе. Давай я тебе. Нет, я себе. Не, давай я. Я сам себе пшикну. Ну, давай я тебе. Я кроме ложки никуда не буду. Давай ты мне пшикнешь, а? Хорошо, давай. На пшихю. Ссылка на мерч в описании. Такой мерч я готов вылезать просто. Опа. Новый по... Хватит, Владос. Я сейчас буду ржать, если она упадет. Обалденно. Все, хватит. Блин, ну пацаны. Кушай. Вот и все. Next round.
Я вижу, что Даник. Даже не думаю. Оп. Оп. Ну. И что там у тебя? Маленькая. Ребят, да, отдайте мне маленькую ложку, пожалуйста, я вообще ненавижу желе, я прям, смотри, я терпеть. Дайте мы тебе маленькую ложку можем только в следующем раунде. Любишь желе, Владос? Я не знаю, сейчас проверим. Балдёр. Вам реально нравится? Очень да, вкусно. Оно напоминает такую газировку яблочную. О, блин, да просто консистенция, просто это же слизь какая-то непонятная. Фу, воняет химией. Нормально, нормально, потихонечку. Да вкусно. Яблочком вкусненьким пахнет, конфеткой, леденцом. Как это вообще возможно? Я в детстве просто килограммами его ел. По тебе видно. Да глотай. Там какие-то звуки такие. Угу. Можешь, можешь, можешь. Угу. Да глотай. Я... Сам факт того, что это зверя, это просто капец. Я ненавижу вот эту слизкую штуку. Ладно, окей. Так ты ее можешь вот так через зубы пропустить, как через мясорубку. Она и жидкая. Тогда у меня все вон туда. Жидкая стала. Во, видишь, жидкая стала. Жидкая стала. О. Вот так хочу. Кайф. Ну и Кобякову, как обычно, это твоя. Держи твой черпак. Подожди-ка. Меня нос зажгло. Соус чили острый. Насладитесь ярким вкусом. Заливай. Не жалей, ой, не жалей. Давай, давай, давай. Прямо цвет. Ну что это такое? Ну, детский какой-то канал начинается. А ты налей-ка себе, я сейчас посмотрю. Вот такое же, пускай будет и у тебя. Налей себе. Смотри, у меня столько же. Нифига себе. Ну вот столько вот. Ладно, будем считать, что что-то поменялось. Как говорится, первое впечатление, первые эмоции. Давай, ты первый, погнал. Специально скрывает эту эмоцию, чтобы мы такие, не боясь, проглотили, а по итогу, ну что, они... У него слезы на глазах начинают выращиваться. Что, подожди, у тебя там язык просто прожегся, уже дыра, там непонятно, что ты говоришь. Ну, ты же, давай. А может, примем решение не есть? Сэм! Давай чокнемся. И пошел. Давай. Так, переживаете? Ну что, давайте запьем его или заедим чем-нибудь более приятным, надеюсь. Маленькая основа, маленькая основа, маленькая основа, маленькая основа. Ура! Ну что, Даник, ты приготовил для нас в этот раз? Это что такое? Это что, котлеты не пожаренные или что? Ладно, так как у меня маленькая ложечка, и мне кажется, я готов первую попробовать. Это тартар из говядины, по всей видимости. О. Слушай, ну не знаю, это ты... Не, на самом деле как-то маловато, нет? Ну, смотрите, это сырое мясо. Это вообще-то в ресторанах подается. Вот прям всю котлетину давай. Ну подожди. Ты смотри, Глент, вот тут прям с яичком можешь прям засандалить. Mm-hmm. Давай. Двойной контент, двойная порция контента для зрителей. Кто это вообще может есть? Помидорку возьми наверх. Вишенка на торте твоем. У меня рот не такой большой, чтобы это мясо такое. Ага. Да? Давай, проходит. Почти. Ну, в два захода. Жуй. 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 Ты держи мысль в голове, что это в ресторанах подается. Ну давай. Вот ты сделал этот звук, и мне реально плохо стало. Ну, ребят, полетели. А, фу, меня тронуло яйцо. Пожалуйста, Глент, давай. Вот меня в этом больше всего смутило яйцо. Ну что, это был тартар из говядины. Это был ужасный ингредиент. Это был тартар из говядины. Для каждого по-своему. Кто-то его любит, кто-то нет. Ну, а мы продолжаем. Ну-ка, что там? Ну, не знаю. Средняя. Маленькая страна! Что вы делаете? Маленькая! Они опять четверят. В следующий раз я буду тянуть первого, потому что вы уже что-то делаете. Давайте мы раньше вас увидим, что это, а вы по нашим эмоциям попробуйте понять. Давайте.
Блин. Ну что, Глент, у тебя порвется рот, по-моему. У меня порвется легкое в этом раунде. Это корица. А вы знаете, пацаны, что это невозможно? Да. Так в этом-то весь и прикол. Ложку корицы съесть невозможно. Но процесс очень интересный. Я думаю, самая интересная часть будет у ребят, потому что вот с большими ложками точно будет проблема. Ну, у меня маленькая, я думаю, я ее без проблем осилю. Ну-ка, давай. Давайте вы одновременно. А мне уже не надо. Ну подожди, ну у тебя столько же, сколько у меня. Так тебе тоже надо подсыпать тогда. Полетели. Раз, два, три. Ну, факт всем известный, что ложку корицы съесть нельзя. Поддерживаю. Ну, если там большая, то что? Ну, у меня средняя в этот раз. Наконец-то мне попалась маленькая. Ой, что-то нездоровая. Спасибо. Хрен со свеклой. Ну, это определенно жесть. Как запашок? Он нос может пробить, кстати. Ну, прям в прямом смысле вырвать тебе нос. Ну что, Кобяков, закидывай первую. Ну... Надо, чтобы побольше, чтобы оно не падало. И глоток. Ого, Кобяков проглотил. Ты проглотил? Да. Чёрт. Вот это неожиданно. Не, подожди. Нормальная ложка. Раз, два, три. Давай, залетай. Четыре, пять. Блин, как ты это сделал? Я не знаю, я испугался просто сам себя. Он на секунду мозг отключил и... Да. А как у тебя в животике? Ну, горячо. Ну давай. Кусь. Глоток. Ну чё ты плачешь? Да подпишусь за эти 40%, чё ты переживаешь? Ну как? Давление поднялось. Виске даёт, да? Ну 360 давления, о чём ты говоришь? Всё. Ну а теперь время настоящего мужского хрена. Глаза пробило, и нос я почувствовал, задышал наконец-то. Глотай. Глент, мне это тоже не нравится, да. Но я проглотил. Тут главное долго не держать. О-о-о! Глаз пробил. Оно прям... Изжога. Вот и здравствуйте. Да, это был жесткий раунд. Чуваки, я вообще не ожидал, что мы сможем его пройти. Вот правда. Я думал, мы будем плеваться, побежим в тайную комнату, но... Идем дальше. Я дикий. Снова большую давай себе забрать. Ой, ну конечно, если сейчас снова большая... Он выбирает, если он там маленькая, выбирает. Ты возвращаешь. Если, нет, если маленькая, там, сюда. Все, давай сюда. Сюда. Если там щупаешь, да, ты реально щупаешь. Ну что, собственно, требовалось доказать. Блин, я вот сейчас вспомнил ингредиент. Знаешь, какой? Какой? Ты колдун в квадрате. Я только что Гленту на ухо сказал этот ингредиент, прикиньте. Да нет, типа, что в этом такого? Я да нет, как бы ничего такого, если ты любишь рыбу. Это ужасно. Это икра. Фу, блин, что ты делаешь? Запиши вкус. Ну что это за вкус? Вкус Нового года. Если это вкус Нового года, то я не хочу Новый год. Ты закинешь? О нет, Глен, ты серьезно? Я так уверенно это сделал. Очень уверенно. Даже поверил. Ну, то есть тебе нужно продолжить. Ну давай дальше. Ну уже начал. Раз, начал. Давай, серьезно. Чувак, пожалуйста, попробуй же тоже. Нет, это попробуй, после тебя. Давай со мной. Я второй раз в жизни ем икру. В первый раз, когда я ее пробовал и блеванул, и сейчас вот второй раз. Я сейчас держу за щеками, просто попробуй. А ты раскусил хоть что-то? Я что, дурак? Ну, а ты закидывай, давай вместе. Давай, раз, два, три. Что делать будем? Жевать будем? Снова? Я как будто внутри у рыбы. Что если ее попробовать не лопать, а просто проглотить? Так тогда у тебя родятся рыбёхи в животе. Это легенда из детства? Да. Блин, ну пацаны, ну 30 минут уже прошло. Глент, давай. Просто потихоньку порциями так закидывай. Так по чуть-чуть порциями закидывай. Возьми водой запей. Короче, это жесткое было исключение, разрешить запить водой. Я запил водой исключительно в целях того, чтобы не залить здесь все водой, и все. Давайте я вам раздам сейчас бумажки. Давай. Смотри, тебе большую, мне маленькую, а тебе среднюю. Было бы хорошо, если бы ты, конечно, угадал.
Это случайно получилось. Паштет. Это паштет, ребят. Я без хлеба паштет вообще не могу есть. Состав. Свинина. Вода. Печень свиная. Мука рисовая. Соль. Лук сушеный. Пряности и ванилин. Нет, я первым это есть не буду. Это знаешь, как это? Детские смеси, вот эти вот паштеты. Он так себя хорошо настраивает. Да. Он так уплетает, как... Смотри. Опа. Ну давай, быстренько запуливай. Блин, если он на маленькой ложке так себя ведет, что будет на средней? Ух ты. Ой, Глент, понравится, ой. Мне не понравится. Вкусно. Этому ставлю лайк. Вот это мне нравится. Хоть один человек. Если бы мне попалась средняя или большая, я бы все. Ну что, следующий раунд? Что, ну, что мне выпадет? Средняя, большая, маленькая. Маленькая! Наконец-то! Наконец-то! Ладно, что там, Даня? Давайте посмотрим, что там. Лишь бы что-нибудь ужасное, что, пожалуйста. Ну. Кобяков, ты дурак! Средняя ложка. И это нутелла. Капец. Подожди, Глентик, у тебя, кажется, маленькая ложка. Ты, думаю, скинь, сделай маленькую себе ложку. Маленькую ложку. Ну куда ты? Куда ты уже набрал, как будто у тебя целая средняя? Маленькую. Вот. Ну, я думаю, вот этого достаточно. Ребята, кайф. Ну что, теперь моя очередь. Давай быстрее, мне уже не терпится. Нутелла, вообще интересно, есть ли в мире хоть один человек, который не любит нутеллу? Капец. Чисто орех какой-то. Блин, так хочется еще. Слюнки текут, даже после того, как мы уже съели, все равно хочется еще. Пацаны, это очень вкусно. Это просто... Не, у меня все равно есть вкус еще нутеллы во рту, и мне все равно вкусненько смотреть. А ложка вылизанная вообще со всех сторон, как будто уже помыли. Посмотрите. Очень хотелось. Это, конечно, звучит странно, но на это почему-то приятно смотреть. Ну что, ребят, сейчас будет последний раунд, и есть вероятность, что последний раунд не будет хорошим. Ну, так что, ребята, готовимся вообще всеми силами. Будет жестко. Ну что ж, настало время финальной битвы против главного босса. Пускай теперь Глент там наколдует. Ну, его очередь. Моя очередь. Ну что, Глент, пожалуйста, по-братски, можно хотя бы среднюю по мне наколдуй? Ну, я подумаю. Вот это вот, это молодому человеку мне, а вот это вот себе. Если я сейчас себе забрал большую... У меня большая ложка. А у меня средняя. А у меня... маленькая. И ну, мне наконец-таки повезло. Давайте узнаем, что у нас в финальном раунде. Майонез! Блин! У кого большая? Понюхай его. Ох, давай. За подписчиков. Блин, и тут никак не сфилонишь, понимаешь, тут уже чуть-чуть еще глянуть надо. Ну что, как это было? У тебя очки пропали, Кобяков. Где? У Кобякова очки пропали после майонеза. Знаете, на финал хотелось бы сделать это уверенно, поэтому погнали. У меня чуть два раза оно не вышло из меня. Не пробуй даже, даже не пробуй. Рассасывай, как таблетку. Так что кисло, горько, что по вкусу? Я выплюнул. Чувак, как только мои рецепторы дотрагиваются, вот язык трогает майонез, все, сразу назад лезет, сразу. О май гад. Оно у меня застряло меж горла. Ну прям я глотаю, и у меня такое горло. Может, не надо, чувак? Я такой, надо, и прям проглотил.
Как вам такое? Мне даже стрёмно на это смотреть. Ну что? Ложка майонез. Помоги, я не могу. Чувак, у тебя сейчас весь... Подожди, стой. У меня есть тактика, подожди. Просто постепенно. Он сам запрыгнет, он реально, он проходит. Только надо аккуратно это делать. Чувак, я тебе говорю, лучше не пережёвывай, он сам залетит. Скажи так, ты совсем беда или нормально? Ладос, проглотишь? Осталось чуть-чуть. Мерч помогает просто. Короче, я пережил самую необычную минуту в своей жизни. Ребята, если хотите, если у вас есть дома майонез, возьмите столовую ложечку, налейте и чисто. Не рекомендую. Только чисто ради экспериментов. Попробуйте себя, так скажем, в нашей шкуре. Ну а если вам понравился этот видос, то почему бы не влепить ему лайк? Спасибо, ребят, что досмотрели его до конца. Ну а с вами был я, меня зовут Влада4, Кобяков, Глент. Всем пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.